Обычные стационарные часы-будильники давно в прошлом. Мы засыпаем и просыпаемся вместе с айфоном. Поэтому и будильник чаще всего устанавливаем именно на собственном смартфоне. Но способен ли он поднять Соню, или его можно просто отключить и смотреть сны дальше? Проверим на практике. Да-да-да. Разблокировали гаджет, тапнули на кнопку «Отключить» и проспали работу. А что, если бы нам нужно было выполнить несколько заданий для выключения будильника? Знакомьтесь, Quiz Alarm – утренний помощник. Главное преимущество симпатично оформленного будильника – ряд вопросов, на которые вам придется ответить, чтобы выключить надоедливый звук будильника. Сначала необходимо настроить наши будильники – время, музыку стандартную или из приложения iPod и выбрать дни повтора. Блокируем девайс и ждем утреннего пробуждения. После разблокировки придется делить и отнимать цифры, угадывать предметы на картинках, считать количество деталей в предметах и многое другое. За это время мозг не только успеет проснуться, но даже и слегка размяться. Сложность и количество вопросов можно регулировать в настройках. Доброе утро, iPhones.ru.